Добрый день, меня зовут Ольга Антрупе, и мы с вами находимся в студии-магазине «Шкатулочка». И сегодня я вам немножечко расскажу про кардачёс. Итак, кардачёс – это не вид шерсти, это вид обработки шерсти. То есть шерсть пропускают через кардочесальную машину, такие специальные валы, и шерсть перемешивается между собой и превращается в такую примерно однородную субстанцию под названием шерстяная вата. Или же еще можно охарактеризовать как такое шерстяное полотно. Шерсть таким образом может быть переработана любая. Например, биркшаф – это порода тирольской овцы. И она может быть натуральная, может быть крашеная. Это может быть смесь биркшафа и маури в виде кардачёса. Это тоже порода овец. Это может быть нежнейший кардачёс из австралийского мериноса. И он тоже выглядит в виде такого вот полотна или шерстяной ваты. Это может быть красивейший кардачёс от производителя Фильцраух. Он такой имеет меланжевый эффект, но не только, есть и натуральные цвета. Это может быть всеми любимый и известный новозеландский коридейл. Какие здесь есть нюансы? Полотно не всегда может быть идеально равномерное, идеально красивое и гладкое. Вот, например, кардачёс новозеландского коридейла, видите, он бывает и такой ровненький, равномерный, немножечко тут слои наслаиваются друг на друга, но тем не менее он очень прекрасен в работе и при раскладке. Но может быть, он не всегда такой идеальный кардачёс, и это может случиться с любым видом шерсти, не только с новозеландским коридейлом. Но может он находиться в рулончике и вот в таком каком-то непотребном виде. Но так как шерстинки здесь уже между собой перемешаны, то все равно процесс раскладки, благодаря тому, что это уже кардачёс и шерстинки перемешаны, процесс раскладки упрощается. Для того, чтобы вас немножечко сориентировать теперь по шерсти и области ее применения, я вам расскажу. Новозеландский коридейл используется в основном для домашних тапочек, при изготовлении шерстяной акварели, игрушек, сумок. Так как тонина высокая, то есть большая, 27 микрон, то это более такие плотные и грубые вещи. Палитра зато этого прекрасного материала составляет 125 цветов, и это прекрасно. Естественно, кардачёс из австралийского мериноса, он очень нежный, приятный, он тоже прекрасно слоится, его используют на красивые носибельные вещи. То есть это одежда, палантины, какие-то аксессуары. Ну и уж если вам в каких-то ваших шерстяных акварелях нужен именно этот цвет, то, конечно, его тоже можно использовать. Смесь биркшафа с маури используется в шерстяной акварели, прекрасен в тапочках, также используется его в создании сумок. Биркшаф – это любимый материал при создании войлочной обуви. Цветовая палитра биркшафа тоже довольно большая. В нашем магазине ее представлено около 20. Бывают натуральные цвета, ну и, естественно, крашеные. Сейчас у нас появился такой биркшаф, скрученный в такие красивые, удобные ролики, не занимает столько места, сколько вот занимает такой расфасованный в виде подушек кардачёс из биркшафа. Поэтому валяйте вместе с нами, и даже лучше, чем мы.